Иван Андреевич Крылов, «Собачья дружба». У кухни под окном на солнышке полкан с барбосом лежа грелись. Хоть у ворот перед двором пристойнее бы стеречь им было дом. Но как они уж понаелись, и вежливые ж псы при том, ни на кого не лают днем, так рассуждать они пустились вдвоем о всякой всячине, о их собачьей дружбе, о худе, о добре и, наконец, о дружбе. «Что может, — говорит полкан, — приятнее быть, как с другом сердце к сердцу жить, во всем оказывать взаимную услугу, не спить без друга и не съесть, стоять горой за дружную шерсть и, наконец, в глаза глядеть друг другу, чтоб только улучить счастливый час, нельзя ли друга чем потешить, позабавить и в прежнем счастье все свое блаженство ставить. Вот если б, например, у нас с тобой такая дружба завелась, скажу я смело, мы бы не видели, как время бы летело. А что же? Это дело, — барбос ответствует ему, — давно, полканушка, мне больно самому, что, бывши одного двора с тобой собаки, мы дня не проживем без драки. И из чего? Спасибо господам, не голодно, не тесно нам, при том же, право, стыдно. Пес дружества слывет примером с давних дней, а дружбы между псов как будто меж людей почти совсем не видно. Явим же в ней пример мы в наши времена, — вскричал полкан. — Дай лапу, вот она. И новые друзья, ну обниматься, ну целоваться, не знаю с радости, кому и приравняться. Арест мой, мой Пилат, прочь свары, зависть, злость. Тут повар на беду из кухни кинул кость. Вот новые друзья к ней в запуске несутся. Где делся и совет, и лад? С Пилада мой арест грызутся, лишь только клочья вверх летят. На силу, наконец, их розлили водою. Свет полон дружбою такою. Про нынешних друзей нельзя молвить не греша, что в дружбе все они едва ли не одинаки. Послушать, кажется, одна у них душа, а только кинем кость, так что твои собаки.